Первый этап конкурса «Работа о значении Крыма и Севастополя в истории России» стартовал в октябре. На суд жюри студенты колледжа представили 11 работ. 8 лучших вышли в финал. Рефераты были заслушаны сегодня. Конференцию приурочили к первой годовщине возвращения Крыма в состав России. Цель организаторов – познакомить студентов с историей полуострова, с его природой и памятниками. К сожалению, с момента распада Советского Союза, когда нам казалось, что Крым утрачен навсегда, выросло целое поколение, которое мало знакомо или, увы, совсем не знакомо с его историей и культурой. Исследовательские работы студентов напечатаны и вошли в специальный сборник. Авторы самых удачных рефератов примут участие в конференции «Диалог культур». Традиционный городской научный форум пройдет в колледже в апреле уже в пятый раз.